Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пермансер. Это новое видео по игре Саюки. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы снова увидели с вами Рейкона, который пытался в этот раз украсть Ривурин с помощью оглушения или чего-то такого. По сути, украсть-то он ее украл, но мы их быстро нагнали и дали им люлей. По сути, все. Рейкон опять получил люлей. Ривурин сказал ему то, что теперь ей дорога домой закрыта. Ну и по сути все. Теперь точно все. Так, что? Закупиться мы в прошлой серии закупились, у нас аж 186 монеток осталось всего. Наверное, отправляться нам надо на гору Шторма. Сразу говорю, записываю, точнее, это я во второй раз уже. Миссию эту я уже видел. И вроде как даже неплохо ее прошел, но надо перепройти еще раз. Обидно, конечно, ну ладно. Так, гора Шторма. Окей. Глядите. Разве это не леди Тесен? Жена обычай моды. Что тебе надо? Как это что? Я слышала, что вы придете. Я вас поджидала. Я собираюсь стереть вас в порошок. С меня должок за прошлый раз. Забудь. Все закончится все тем же, и чем прежде. Тьфу, да что это такое, ну? Забудь. Все закончится все тем же, и чем и прежде. Лучше отведи нас к бычьей морде. Вот увидишь. На сей раз я не стану с вами баловаться. Да. В этот раз она действительно с нами баловаться не будет. Окей, окей, хорошо. И превращается она в Скорпу. По-моему, как-то так. Или Скорпия, что-то такое. По-моему, как так она называлась. Хотите расставить ваших персонажей? Конечно, хочу. Спрашивайте. Так, укажите позицию для Санза. Сюда. Кика, давай, с бачку встанет. Сагоджо встанет куда-нибудь сюда. Ривурин куда-нибудь сюда. Хакай встанет сюда. Ну и Гоку встанет впереди. Победить Скорпию. Да, Скорпия. Сразу говорю, противник она не... жесткий, но неприятный. Неприятный, да. Так, ну что. Так же, как и в прошлый раз, я пойду сюда и сделаю водяной меч на рептилию. В прошлый раз я сделал именно это. Так. Слабость повесится в этот раз? Нет, в этот раз не повесилась. Очень случайным образом оно работает. Неприятно, неприятно. Так, давай. Иголочку сюда. Пустим, так скажем. Так, иголочка. Ну, отлично. 140 хп уже осталось у этого монстра. Так. Ну, сделаю, как и в прошлый раз, облако вот сюда. Как и в прошлый раз. Мне вот интересно, получится у меня плюс-минус разыграть так же, как и в прошлый раз, по опыту? Я поднял два уровня, аж... как его зовут-то? Оборотнем. Аж два уровня. Ну, если что, у меня сохранка в битве есть. Тут как бы и она не одна будет, битва. И сохранка у меня как бы есть. Хакай у нас сделать ничего не может, поэтому просто подходим вперед. Но в прошлый раз он не так пахал. Ну ладно, я говорю, это случайная игра, в принципе. Поэтому неудивительно то, что попали по Санзе. Так, 66 урона, осталось 70 хп. Ну мы его сейчас на этом ходу убиваем, получается. Магия булыжника падает ему на голову. В принципе, сделал я практически то же самое. Только выстрел в прошлый раз был не в Санзе, а в Хакая. Ну вот и все. Минус рептилия. 34 опыта. Неплохо, неплохо. Уровень получен, уровень земли и уровень воды. Понял, хорошо. И в прошлый раз он выстрелил в этого. Как тебя зовут-то? Гоку тебя зовут. В прошлый раз он выстрелил в Гоку. Ну ладно, обидненько, конечно, но ничего. Ничего, переживем как-нибудь, переживем как-нибудь.
Давай в этот раз сделаем не так, как мы делали в прошлый раз, и не пойдем вперед. А просто водяным мечом шлепнем вот этого товарища. В прошлый раз я вышел вперед к механикам. Но в этот раз я пойду не так. Шурин, давай отсюда же. Иголочкой опять по рептилии. Мы его сейчас за один ход попробуем сложить, если все получится. Нам будет от этого немножечко попроще. Так, угу. И Гоку присоединится к битве немного раньше, чем присоединился вот в предыдущем моем прохождении. А нет, не сложим мы его раньше. Обидно. Урона немножечко не хватило. Ай, подзатыльник влупили. Так, Скорпия, куда ты идешь? А, ты вот как решила поступить, да? Она и в прошлый раз, в принципе, нам мешала, а в этот раз она мешает немножечко больше, чем в прошлый. Ну ладно, у нас есть масс лечения, поэтому можем не беспокоиться. Так, давай булыжничек на голову не уроним, да, не получится. Выползти отсюда мы не можем. Но это капец на самом деле. Так, давай в оборотня превращаемся. ХКМ. Я надеюсь, мне хватит энергии, чтобы там раскрутить нормально более-менее. Но если у меня здесь сейчас не получится нормальное прохождение, я загружусь в того сохранения и все. Не, ну, если я сделаю хуже, чем было в прошлый раз. Давай вот так будем честными. Я просто загружу то сохранение. Ну, я так, пройду ее, эту миссию. Но постараюсь вытащить отсюда как можно больше. По возможности. Вот меня в прошлый раз особо не закрывали, из-за того, что я сделал тот ход. Вот в этом-то и вся проблема. Меня особо не закрывали, а сейчас меня закрывают, причем закрывают очень сильно. Мне это не нравится. Блин, крит на такого противничка. Ладно. Санза, что у них там по ХП? Плохо у них там по ХП. Давай, магия. Лечить группу. Вот прям вот сюда. Лечим группу. Единственное, кого мы не можем вылечить, так это Хакая в этой ситуации. Обидно, я бы хотел подлечить оборотни, но оборотни почему-то не лечатся, они не выбираются как цель. Не знаю почему. У нас так-то вроде энергии нету. Ну, как точнее, у них нет маны. Да, у них маны нету, которую можно потратить. У них есть энергия оборотня, которая тратится постоянно. А он довольно много урона получает для себя. Кика увернулась. Молодец, Кика. Сагоджи, что мы можем с тобой сотворить? Живую воду, чтобы похилиться? Нет, глупая идея. Отрава. Да механика, тоже не очень. Может быть, вот так сделать? По идее, урон будет усиленный. Мы, блин, просто быстрее здесь убьем ее из-за того, что она сама зажала. А травой мы нанесли бы больше урона. Глупость какая. Глупый ход был, ладно, признаю. Давай порез. Окей. Переходить мы никуда не будем. Не, я уже плохо разыграл. В принципе, чтобы что-то из этого вынести хорошее. Хорошего мало будет. Хорошего в этой битве будет маловато. Ну ладно, будем знать что-нибудь плясать от того, что есть. Так, зараза. Это довольно болючая штука. Насколько я знаю. Уф. Да, очень неприятная штука. Благо у нас есть общий масхил, как бы. Переживем, но, блин, это все равно болючая штука. Ладно, атака, что там было-то? Это по линиям атакует, да? Дрожь земли мне нужна. Применяем дрожь земли. Сносим механика, бьем рептилию, бьем скорпию. Окей. 40 опыта мы получили.
А куда мы выдвинуться можем? А, понял. В принципе, неплохой вариант передвинуться. Давай, передвигаемся тогда. Кика. Кика. Давай, рептилию. Понимаю, окей. Да, в этот раз у меня очень все плохо складывается. Даже обидно как-то, что ли. Давай, призыв матери сделаем. Хил нам нужен. Слабенький, но хил нам нужен. От него никуда не денешься. Так, похилились. Общий хил у нас имеется. Давай сюда вот куда-нибудь встанем. Переползем, так скажем. Немножко похилим группу. Чуть-чуть хотя бы. Хотя бы самую малость. Кстати, смотри-ка, противники сами лезут ко мне. С другой стороны. И подставляются, кстати говоря, под Хакая. А меня это как бы не может не радовать. Вот единственное, что вон та дальняя рептилия не хочет вылазить. А это неприятно. Вот подвылезла бы та дальняя рептилия, было бы получше. Ладно, хорошо. Шар огня нам здесь вряд ли поможет, конечно. Давай тогда делать вот так. В смысле ты увернулся? Слышь, дядя, хорош. Зачем я тогда к тебе подходил? Ладно, мы выползти никуда не можем. Я хотел, блин, применить иголки и мглы, но ладно. Иглы мглы мне не дают здесь применить. И это не есть хорошо. Ну ладно, давай вот так тогда. Иголочку применим. Хорошо. На самом деле ничего хорошего пока что не вижу. Но, в принципе, вот ладно. Ладно, ок. Магия. А что она мне даст? Она мне ничего толкового не даст, в принципе. О, тут еще и разница в уровнях учитывается. Не. Такое. Сейчас опять зараза будет по-любому. Так как мы стоим вокруг нее, облепили. Кику оставьте в покое, будьте добры. Нет, не зараза, ножницы. По Кике и по Санзе. Ну, в принципе, окей, ладно. Пускай лучше так будет. Да, кстати, неплохо пока что получается. В некоторых случаях. Давай, атака дрожь земли снова. По двоим всего-навсего, да? В принципе, пойдет. Одного он минимум убьет точно. Хотя здесь можно было применить что-нибудь другое, которое действует типа по территории. Тоже, но типа в одну из сторон. Ну ладно. Так типа тоже пойдет. Давай, переходим сюда куда-нибудь. Может быть, просто я нашел бы что-нибудь подешевле. По очкам оборотня. Здесь лечить группу вот таким вот образом. Так как эта мадама слишком далеко залезла. А мне это не устраивает прям вообще ни разу. Было бы все получше, если бы она там не вылазила. Ну ладно. Кика? Нет. Давай сначала свалим куда-нибудь, чтобы она не доставала до тебя. Санза, ты давай куда-нибудь сюда переползи. Магия, мечи-чародея не помогут мне. Подожди, а ты у нас кто вообще? В принципе, ветер, да? А что у нас против ветра работает? Точно не огонь. Вода, по идее, значит, да? Нет, вода не работает. Булыжник, камень тоже не работает. Жизнь, но жизни у меня нету. Атакующей жизни. Хотя нет, жизни атакующего у меня есть. Огонь против них работает, подожди, в смысле? А, ну, если работает, то давай применяем тогда его. Тогда давай применяем. Почему бы, собственно, и нет? Немножко еще похилимся, чуточку совсем. На большее мы не способны похилиться. Кику оставьте в покое, что же вы до нее докопались так сильно? Что она там вам всем сделала такого? Эх,
Сагоджа, сваливай оттуда. Извините, пожалуйста. Я не специально. Это бутылочка с водой упала. Ну как бутылочка, бутылка скорее просто с водой. Если это прям, конечно, было сильно слышно. Я надеюсь, что это было не сильно слышно все-таки. Так, хорошо, иглы мглы зашли. Но слабоватенько, слабоватенько. Можно было и повеселее бы это провернуть, но ладно. Ох, сейчас мне это аукнется, чувствую я. Или не аукнется, не знаю. Можно было просто похилиться на самом деле. Ну, ладно. Хотя мы можем сделать вот так. Не знаю, хорошо ли я поступил или плохо сейчас. А, зараза, я понял. Убирай Гоку, не убирай. Один фиг она дойдет и будет использовать заразу. И нанесет какой-то нездоровый урон. С отравлением сверху. Да, ужасно, ужасно. Но я немного не понимаю логику компьютера в его сейчасшних действиях. Типа, а зачем? Типа, а зачем? Ну ладно. Это его дело, это компьютер так решил. Ему, значит, так проще. Ладно, бивень добивает рептилию. Делать больше нечего. Что-то я очень прям плохо отыграл сейчас. У меня столько народу под смертельным, скажем так, на смертельном уровне. Что я даже и не знаю, что мне сделать сейчас. Наверное, магия лечить группу вот здесь сделаем. Хотя это, наверное, зря было сделано. Там все равно все банки сейчас будут пить по 200 хп, которые... Там все равно все будут пить банки по 200 хп, которые... Окей, 18 опыта получено, 42 хп, 32 хп, 20-ка, 27, 20-ка, 20-ка. Сагоджо, давай, давай, бьем банку, за которая восстанавливает 200 хп. Ход в пустую, скажем так. Минус 40 сейчас получишь. Ну, я надеюсь, что минус 40, да, минус 42. Не, Риурин, кстати, не надо пить банку. Бьем рептилию в бочину. 95 хп всего. Кстати, я так и не понял, почему. Ладно, 42. Так, здесь зелька жизни тоже применяется, потому что ты при смерти, товарищ. Тебе надо как бы покушать, чтобы ты себя чувствовал великолепно. Да, давненько такого не было, чтобы у меня все так плохо складывалось. Ну, я про хп имею в виду. Не, были случаи, конечно... Ага, ножницы примерно вот так, да, теперь? Ну, убить ты никого не убьешь, в принципе. Хотя... Шуриурин у нас немножечко в не очень красивом положении стало. Теперь. Давай в спину тебе стукнем. Давай в спину тебе стукнем. Бивнем. Благо, у них практически все уже сходили. И у меня есть шанс как бы выхилить Кику, выхилить Санза... Ой, Санза. Выхилить Кику, выхилить Гоку и выхилить Сагоджо. Одним заклинанием сразу. Если, правда, мне дадут туда подойти. А мне не дают, кстати, туда подойти, смотри-ка. Я только сейчас это заметил. Там как раз механик встал, вот очень неудобно встал. Ой, блин, ну что ты будешь делать, а? Да посмотри на это. Ладно, Риурин мы выхилим, хорошо.
Да, это, конечно, будет немножко затратненько по мане, но, по крайней мере, так мы хотя бы ее выпилим. И уровень поднимем. Как ни странно. Санза, ты ж вообще никуда там подойти не можешь? Да, действительно, не можешь. Мечи чародея мне здесь не помогут. Огненное жало мне здесь может помочь, но не сильно. Ладно, я все равно довольно много опыта получил, поэтому потерять пока я никого не потерял. Меня это не может не радовать. Нет, мы стоим на месте, причем становимся вот так. Еще немного подхилим наших ребяток. Мать уходит. До свидания. Спасибо, что приходил вообще, в принципе. Если что, мы еще один призыв сделаем. Миссия на этом еще пока не кончилась. Блин, очень много на нас яда висит. Очень много. Давай, механика добьем. Отлично. Отлично. Так, становимся. Блин, 42 хп потеряли. Рептилию добиваем. Шуриврин, давай сваливай оттуда. Ты давай сюда подходи, наоборот, Гоку. Зельку, эликсир... Нет, не магии жизни. Вот сюда. Нам нельзя терять Сагоджо. У тебя 300 хп есть? Ну, 200 там уже. 200 же ведь, да? Да, 230. Окей. Механик, ты задрал, отстань. Опять зараза, да ты издеваешься надо мной. Тетя, хватит, тетя. Успокойся. Что-то я не пойму с своей заразой. Заразная, блин. Сейчас опять по 200 хп снимет. Ну, по 100, ладно. Ладно, здесь 60. 80. Яд еще один повесил. Ну, спасибо. 40. 60. Ну, ладно, нет. А, еще и на Гоку яд накинуло, да? Угу. Все ядовитые. Всех ядом закидало. Ай, что ты будешь с ней делать, а? Ой, какой панцирь, булыжник. На голову давай роняй. 41 хп, правда. Ну, ничего, ничего. Нормально, пойдет, пойдет, пойдет. На тебе на голову, хорошо. Выпросила, так скажем. Здесь магия... Лечить группу вот таким вот образом используется. Я механика так никогда не убью этого. Отлично. 19 опыта получено. У тебя сколько хп, Санза? Ну давай вот так вот отойдем. 40 хп еще урона получим. Магия лечить группу. Вот сюда. Как бы убить механика? Залетело оно это наверх, блин, чудо чудное. Так, хорошо. Угу, уровень жизни, уровень огня, хорошо. Давай куда-нибудь сюда отойдем. Сагоджо, давай сбей в спину. 93 хп, хорошо. Минус 42 хп, плохо. Риорин, давай залази наверх. Зелька магии жизни, точнее, используй. Что делать? Делать нечего, надо лечиться. А иначе она отъедет. Так, здесь давай также атаку обычную проворачиваем на 90... На 105 хп. Неплохо, неплохо. 13 опыта получено. Хорошо. Оставьте Кику в покое, она вам ничего плохого не сделала. Ножницы, чисто по Кике, серьезно. Тяжелый случай. Тяжелый случай, 104 хп. Ну ладно. Благо на одну Кику использовали все это дело. Магия булыжник не дотянется, да? Угу. Тогда делать нечего, стоим. Кика, давай. А чё давай, у тебя ман кончилась. Блин, я столько зелек в этот раз потерял. Просто так, на пустом месте. Я точно, походу, буду сохранкой той пользоваться. Здесь типа не вариант. Мы просто сделали прохождение. Я очень сильно накосячил здесь. Давай, Санза, просто по голове стукнем этой дури. Этой дури стукнем по голове. Получим 17 опыта и останемся на месте. Маны нету.
Шар огня. Давай, вот так. Зря я пошел вообще, в принципе, сюда близко подошел. Ну, ладно, кстати, есть шанс победить этого механика. Все-таки. 42 урона получено. Ладно, ничего, переживем как-нибудь. У тебя мана есть? А у нее маны нет. А ежевика ее не убьет. Да. Обидно. Обидно. Ладно, еще один шар огня, значит, используем. Бей по голове этой дури. Большой. По размерам. 21 очко опыта, 42 минус хп. Окей. Магия, шар огня, у нас еще один есть. В запасе, если что, вдруг. Может быть, даже этот ход финальный. На что бы я на самом деле понадеялся, и все было бы хорошо. Правда, я зелек очень много потратил. Нет, это не финальный ход. Это не финальный ход. Что не есть гуд. Чисто пасан за ядовитое жало. Ну, кстати, на самом деле, даже если потратил я столько хп... Сейчас мы посмотрим на результат после миссии. Если результат меня будет удовлетворять, то мы будем дальше проходить. Именно с этим сохранением. Если меня результат не удовлетворит, то... Вернемся к другому. Типа нет проблем. Типа нет проблем. 41 хп. Угу. 14 опыта. Ну, такой себе опыт, будем честно. Куда я подошел? Кикай, куда-то я подошел. Не очень удачное положение. Окей. Санза тоже по лицу давай своим посохом. Все, победа. Все, победа. Дважды проиграть одним и тем же. Похоже, я старею. Ну, может быть, но вряд ли это старость. Просто ты не особо сильная, может быть, да? Не, больно бьешь, не спорю. Не, нормально. Шкала оборотня 10, темная яма изучена, да? 16 опыта. Ну, 16 уровень. Да нормально, в принципе. Ладно, продолжим с этим. Что есть? Это все ваша вина. Если бы вы не появились... Чего? Не бойся, мы не собираемся тебя убивать. Я не себя имею в виду, вы виновны во всем. Мой сын пропал, и это все из-за вас. Ваш сын? При чем тут ваш сын? Так, рассказывай свою историю, естественно. Но почему ты винишь нас? Таков был выбор твоего сына, разве нет? О чем ты говоришь? А что, если его похитили? Мой малыш... Если вы пообещаете вести себя хорошо, то мы поможем найти вашего сына. Что? С какой стати мы должны это делать? Но она беспокоится. Ну, а ты говорил, что Таурус был тебе как брат. Тогда малыш как племянник. Племянник? Хм, да, думаю, ты прав. Неужели? Вы правда поможете мне найти его? Да, но прежде нам надо поговорить с лордом Таурусом. Точно. Мы хотим убедиться, что он перестанет тревожить людей. И это все? Тогда я займусь этим. Я прямо сейчас пойду и поговорю с ним. Ладно, я вернусь, как только закончу с ним разговор. Хе, а это может оказаться проще, чем мы думали. Ну, типа того, да, наверное. Но я в этом сильно не уверен. Я бы в этом сильно не был уверен. Меня терзают сомнения. Нам сказали ждать. Мы уже достаточно проторчали в ожидании. Может, леди Тессен позволила себя переубедить? Именно. Нам надо об этом задуматься. Может, на данный момент я ничего не вижу? У нас есть чем посвятить? Как невежливо с моей стороны. Позвольте вам посвятить. А? Кто это был? А тут все те, с кем мы сражались уже. Только Во может нагло прокинуть в... Тьфу.
Только вор может нагло проникнуть в чужой дом. Чего? Бандит назвал нас ворами? Что за нелепость? Что, трусливые псы забыли в этом месте? Проглотили языки? Наверное. Они пришли поздороваться и проводить нас. Спасибо. Можете и дальше болтать. Вы скоро об этом сильно пожалеете. Попробуй-ка это. Так, и как нам этого бояться надо? Я думаю, эта штука довольно опасная. Типа примерно как камень на голову падающий. Наверное. Если мы попадем под этот огромный шар, то нас просто расплющит. Ха-ха-ха. А я предупреждал вас. Мы потратили все наши силы на постройку этой ловушки в течение полугода. Какая глупость. Мне даже и больше нечего добавить. Эй, Джика, превратись в Санза. Точно. Со мной вам не придется беспокоиться об исцелении, я займусь этим. Вот что мне нравится, покорность. Ты смышленый, в отличие от оригинала. Ладно, пора прикончить этих незваных гостей. Вот так вот. Вот так вот. Ладно, так и быть, я, наверное, продолжу именно с этим совсем. Поэтому давайте... Нет, как это делается? Ну ладно, вот так. А теперь мы можем сохраниться. Давайте. Чтение, запись, запись. Карта первая. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, сохранение вот сюда поставлю. Потому что в правой стороне это как раз-таки лабиринт перед битвой. А мы сохранимся здесь, на зубе мертвеца. И я уже выберу, хотя мне на самом деле сохранка даже больше нравится. У Санзы здесь 26 уровень. В принципе, я, наверное, здесь останусь. Ладно. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока.